Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы. Принимает и читает Анна Семенова. Иди ко мне, любимая моя, зову тебя, и ты слышишь мой зов. Ты влечешь меня, и я увлечен красотой твоего сердца. Твоя душа для меня не просто объект страсти. Ты та, для кого я отдал все. Моя жизнь без тебя не имеет значения. Ты смысл моей жизни. Ты та личность, та персона, та особенная, индивидуальная и неповторимая, которую я творил, мечтая. Мечтая, как мы вместе будем творить жизнь в каждом дне, наполняя ее радостью, наполняя ее миром и глубокой, широкой любовью. Ты моя кисть, мой мастихин и шпатель. Не бойся разрухи вокруг тебя. Я тот, кто держит все в своих руках. И я сам вкладываю желания и хотения в тебя. Я наполняю тебя всем необходимым, чтобы стать ответом для нужд этого мира. Когда все вокруг тебя рушится, я хочу стать твоей башней, внутри которой ты восстановишься и вновь потечет елей из твоего сердца на каждого, с кем ты соприкасаешься. Когда ты погружаешься в меня, я становлюсь твоим источником и ресурсом. Я твой покров и твоя стабильность во мне. Все остальное пройдет и изменится, а я и моя любовь и милость к тебе будет вечна. Я хочу проводить с тобой все дни напролет. Это не значит, что ты не будешь ничем другим заниматься. Но это о том, что в каждом моменте ты будешь видеть меня, творящего, мир и чудеса в твоей жизни». Я твой ресурс, твоя энергия и твое движение вперед. Я вел тебя и проведу дальше. Впереди будет только лучше и лучше. Твоя жизнь меняется, и теперь она становится на самом деле интересной настолько, что ты захочешь писать об этом книгу. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Ольгой Голиковой. Мы прославляем тебя, драгоценный Иисус. Влюби нас в себя по-настоящему и до конца. Так, чтобы нам возлюбить тебя, как ты нас возлюбил. Мы имеем эту любовь, но мы хотим ее умножить. А умножение может произойти только от Твоего присутствия. Только тогда, когда Ты прикасаешься к нашим сердцам своим лучом, своим теплом, своей милостью, то в нас эта любовь возрастает. Я прошу Тебя сейчас, посмотри на каждого из нас, на каждое сердце. Посмотри, Господь, на каждого, кого насадила рука Твоя. Ты любимый и Ты любящий. Но мы хотим, чтобы эта любовь в нас, она не погасла от беззакония этого мира, от стесненных обстоятельств, от переживаний, которые могут приходить в нашу жизнь, в нашу судьбу. Я прошу Тебя, Иисус, пусть Твоя любовь в нас только умножается. Потому что Ты сказал, что по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но Ты не сказал, что во всех. Поэтому мы дерзаем Тебя просить об этом, чтобы в нас она усилилась, чтобы в нас она умножилась, чтобы мы могли транслировать эту любовь без искажения и ограничения. Знай, что источником являешься Ты Сам. Не мы источники,
и производитель этого чувства, а мы приемники. Мы принимаем эти волны, идущие от Тебя. Мы принимаем то, чем Ты, Господь, богат, а Ты есть любовь. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам об этом знать. И в этом мире, где дефицит любви только умножается, дай нам быть ответом для этого мира, раскрывая объятия Твоей любви, Твоей вечности. Любовь, она не проигрывает. Любовь, она не проигрывает. Я благодарю Тебя за это, Господь. Поэтому пусть вся наша страна встанет в позицию потребности в Твоей любви и примет эту любовь от Тебя и выйдет победителем во всех планах врага. О, Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что любые замыслы нечистого мира не могут состояться. Когда сила Твоей любви приходит, когда сила Твоей власти опускается на народ, когда Твое помазание начинает учить, когда Твоя благодать укрепляет, когда мышцы наши укрепляются от мышц крепкого Бога Иаковлева. Я благодарю Тебя, родной, Майкута Лапса и Нажис. Я благодарю Тебя, Равира Флодас, Экседа Плайзер. Я благодарю Тебя, рода Седа Миркамана Хюда Витвайсис. Лакана Тулибаса Грот. Лакана Тулибаса Кладфайда Блесса. Господь, пусть Твоя любовь умножается. Пусть Твоя любовь усиливается. Пусть Твоя любовь изливается новой мерой. И сердца наши расширяются для того, чтобы принимать эту меру. Для того, чтобы любить Тебя и не оборачиваться по сторонам, а знать, что центр нашей любви, фокус нашей любви на Тебе. Благословен, благословивший нас. Благословен, открывший над нами резервуары любви. О, май Джизус, май Комана Гата Лавина Поливарда Глэйса. О, Равина Каливарда Глори Пластас. Пусть, Господь, прямо сейчас, под потоком Твоей любви, сердца наши расширяются и принимают умноженную меру, умноженную меру, умноженную меру божественного присутствия. Майгат, Лавита, Каливарда, Глэрисон. Майгат, Раварда, Липана, Тулибаса, Клэрисон. О, Майгута, Лаварда, Глорис. О, Майгат, Алакина, Поливарда, Блатфартасон. О, Джизус! О, Джизус! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Ибо грядешь Ты на эту землю не в безмолвии. Грядешь Ты при звуках труб, при громогласном прославлении ангелов. Когда они пели при Твоем рождении, слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Мы утверждаем это слово, чтобы на земле поселился мир, а в человеках благоволение. Благоволение неба! Ты ради этого пришел на землю. Прости, Господь, что много лет люди оставались вне этой любви, вне Твоей заботы, вне, Господь, Твоей масштабности. Но сейчас пришло время поменяться ситуацией. Поэтому, Господь Иисус, мы говорим Тебе о Своей любви, а Ты изливай свою в нас в это время, чтобы нам быть проточными, чтобы нам быть открытыми, чтобы нам быть всегда даятелями, щедрыми даятелями Твоей любви, щедрыми даятелями мудрости Твоей. Господь, чтобы в этом Твое качество в нас отразилось ярко, мощно, щедрость отцовского сердца, щедрость Твоей заботы и любви. И я благодарю Тебя, что мы можем благословлять друг друга именем высокого Бога. Потому что в этом имени сокрыты все результаты. В этом имени сокрыты наши ответы. В этом имени сокрыты Твои ресурсы для нас. И я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. И потому мы принимаем любовь Отца, чтобы изливать ее на эту землю. О, земля, земля, земля. Принимай любовь Отца. Принимай то, что является Божьим подарком. Своей любви. Если в какой-то семье не хватает любви, бери ее сейчас. Если уже остыли чувства, если потеряны контакты,
коснулся. Источник для тебя открыт сейчас. Приди и скажи о том, что тебе нужен этот поток. И сразу, может быть, получит партнер это чувство. Но ты принимай. И тогда ты сможешь обогатить другого. И тогда восстановится то, что называлось Едемом в себе. Господь, изливай в нас свою любовь. Дай нам сейчас пережить это объятие неба. Находиться на груди Твоей. Находиться в присутствии Твоем. Где заботы умолкают. Где печали отходят. Где ясность появляется. Мы в Тебе так нуждаемся. О, Иисус! О, Глория! О, Камана Трибаса Класс! О, Лавар Турата Бредас! Майгут Рарира Каливар де Глэрис! И когда ты произносишь слова «Ты моя любовь», то имей в виду, ты говоришь, ты мой источник. Ты источник силы. Ты источник святости. Ты источник жизни. Но ты принес мне ты источник мир. Результата. Ты простил меня. Спасибо тебе, родной. Знаю, слава что тебе. С тобой. Говори ему эти слова сейчас. Навсегда. Чтобы остаться навсегда в его объятиях. Ты моя судьба. Ведь это то, что нам приготовил Господь. Я люблю после тебя. Путешествия на планете Земля. А это путешествие когда-то закончится. Но вечность не закончится никогда. И мы туда готовимся. И мы туда стремимся. И мы туда направляем свой взор. Мы туда направляем свою жизнь. Спасибо тебе, родной. Слава тебе, драгоценный. Я в твоих руках навеки. Принимаем объятия, принимаем твои надежные руки. Твоя ладонь вмещает в себя не только планету Земля, а весь мир. Но на планете есть люди. И планета имеет ценность тогда, когда есть на ней человеческие сердца и души. Я в твоих руках навеки. И каким бы яростным ни был враг, он не может похитить нас из твоей руки. Он не может забрать нас из того места, где обитает слава Твоя, где обитает Дух жизни, где обитает Твоя мудрость. Посмотри, какие лучи исходят от этой руки, на которой ты находишься. Посмотри, как эти лучи пронизывают тебя, чтобы тьма ушла, а свет вскрыл каждую пылинку. Вскрыл каждый недостаток не для того, чтобы тебя упрекнуть за это, а для того, чтобы сказать, я тебе даю силу побеждать. Я тебе даю силу приобретать. Я даю тебе силу продвигаться вперед. Я даю тебе силу, чтобы ты не останавливался, но утверждал мое царство там, где ты находишься, там, где ты живешь, там, где ты отдыхаешь. Там, где ты молишься, чтобы царство мое, пришедшее в силе, сопровождало тебя на всяком месте, во всякое время. Отец, благодарю тебя. Благословен ты, Господи, и благословенны дела твои. И сейчас ты, осматривая каждого из нас, видишь, чье сердце тебе предано, а чье сердце надо еще направить на твою волну. Поэтому поправляй, Господь. Поправляй сейчас и сделай эту настройку. Настройку сердец. Настройку внутреннего инструмента, чтобы зазвучало каждое сердце, как твоя арфа, как твой кларнет, как твоя скрипка, как твои клавиши, как твои струны, Господь. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что сейчас каждое сердце, оно проходит через твой лазер. Этот лазерный луч
проникает глубоко, чтобы очищать сердца, разбирать завалы, которые туда пришли, от всякой лжи, от страха, от паники, от искаженной информации. Дух Святой, я благословляю Тебя сейчас пригласить этих рабочих, Твоих ангелов, которые расчистят все завалы внутри сердца. И мы встаем под покров Твоей милости, любимый. Спасибо Тебе, драгоценный. Слава Тебе. Твою милость нельзя переоценить. Она так значима. Она так важна. Милость нельзя заработать, ее можно принять. Но принимать можно смиренным сердцем. Если есть надмение, гордость, тщеславие, милость туда не попадает. А там, где есть признание своей нужды в Боге, там, где есть понимание необходимости в Твоем источнике, туда приходит милость. Возлюбил меня. И Ты возлюбил нас вечной любовью. Ты спас меня и оправдал, освободил от меня. Если ты сознаешь, что Он тебя спас, поблагодари Его сердцем. Ты меня спас, Иисус. Ты меня оправдал. И уже на небе звучит это слово. Против Твоего и моего имени оправдан. Оправдан. Ты свободен от вины. А если ты это осознаешь, благодари сердце. Как многие люди будут искать, кто бы их оправдал, но уже будет поздно. Сейчас есть возможность стать под эту струю милости. Сейчас возможно Его позвать в свою судьбу и сказать: Иисус, помилуй меня, прости меня, очисти меня и оправдай Твоей праведностью, Твоей силой, Твоим воскресением, Твоей победой. Меня возьми в этот удел и в это число. Господь, пусть милость Твоя, обновленная в это утро, будет нужна людям, которые еще Тебя об этом не просили. Но Ты дай войти в этот поток милости. Это как Твой, Господь, легкий туман, очищающий атмосферу земли, освобождающий от злоречия, от безысходности. О, слава Тебе! Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас. Кто-то чувствует вину за собой сейчас. Твое покаяние искреннее убирает состав вины. А значит, чувство вины. Ты можешь сказать: уходи от меня. Ты уже нелегально на территории моей жизни. Потому что ты лишено основания. Вину взял на себя Христос так же, как и грех. Так же, как и беззаконие. Так же, как и все последствия. Иисус, благодарю Тебя, что Ты нас спас, и Ты оправдал. Ты освободил от вины, обвинений человеческих, обвинений дьявольских. Мы свободны. Мы свободны от этих обвинений. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, что Ты освободил навсегда. О, Иисус! Слава Тебе! Слава Тебе! О, аллилуйя! Аллилуйя!
можем быть свободными от вины, свободными от греха, свободными от плены, безысходности, чтобы нам лечь на поток Духа Святого и потечь в этом потоке, потечь в этой любви, в святости Твоей. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, родной. Мы благодарим Тебя, что весь мир скоро узнает, что милость Твоя превознеслась над судом. И что надо бежать к этой милости и не быть судьей для ближнего или дальнего, а принять милость для себя и попросить его для другого, чтобы все прошли через милость Божью. Друзья, тогда мир воцарится легко. Когда люди встречаются с милостью Божьей, они меняются. Преобразуются все внутренние процессы. Выстраиваются в гармонию. Прежде всего, отношения с самим собой и с Богом. Но когда люди в разрыве сами с собой, в разрыве с Богом, они думают, что кто-то в этом виноват. И идут против другого. Пытаясь там найти свою гармонию, но теряют ее еще больше. Потому что посягают на совершенно неподвластной им территории судеб других людей. Господь, поэтому Тебя просим о том, чтобы Ты дал прозрение не только жителям России, но жителям соседних стран, жителям планеты. Дай прозрение, Господь. Приди своим утешением и приди своим преображением. Приди, Господь, воскрешением Духа и дай рождение свыше тем, кто еще Тебя об этом не просил. Мы молимся за правителей всех стран, чтобы Ты зашел в их кабинеты, чтобы тщеславие и надмение, гордость и насилие были удалены оттуда. Дух Святой, Ты знал, как это сделать с Навуходоносором. Ты вошел в его спальню не один раз, и Ты с ним поговорил. То зайди в кабинет и зайди в спальни тем, от решения которых зависит сегодня судьба многих. Мы благодарим Тебя, что у нас есть право молиться об этом. И мы это делаем. И мы просим Тебя, Иисус, как Твои дети, как Твоя церковь, очи которой волнуют Тебя. Потому что Ты нам сказал, дай мне услышать голос Твой. Потому что голос Твой приятен, и Твой голос меня волнует. И Ты уклони очи свои от меня, потому что я взволновался. Господь, а мы хотим смотреть до тех пор, пока Твое волнение перейдет на эту землю, пока накроет эту землю то, что является Твоей благостью, приводящей к покаянию множества людей. Поэтому, Господь, мы Тебя просим об этом. И коль Ты уже живешь в нас, коль Ты уже поселился в нас, то не будь спрятанным, а будь открытым, доступным для каждого человека, с кем мы соприкасаемся, Иисус. Мы просим Тебя, чтобы Ты проявил Себя в полном объеме, чтобы Ты проявил свое могущество там, где в нем нуждаются, чтобы Ты переводил стрелки часов там, где это необходимо. Кому надо вернуться назад, пусть сейчас это мгновение придет, чтобы там, где ты имел благословение от Бога и потерял в чем-то, дал украсть, вернись в эту точку и скажи дьяволу, отдай назад. Отдай мое здоровье, отдай мою семью, отдай финансы, отдай силу влияния, отдай силу слова. Верни то, что украл дьявол. Верни прямо сейчас, потому что Христос тебе начальник жизни. Христос тебе и во мне начальник времени. И первосвященник исповедания. Я в Тебе, и мы с Тобой одно. Ты во мне. Насколько Ты это осознаешь? Я в Тебе. Иисус, на основании этого слова. И я теперь Твой дом. Ты сказал. Ты во мне. Дела, которые творю я и вы сотворите. И больше сих сотворите. Ты сам. Пусть церковь Твоя ты пойдет. Мне, как мощная армия.
И я теперь твой храм. Слава Тебе! Все старое прошло. Что у тебя есть старое? Отдай его сейчас. Новое. Мы с тобой одно. Христос живет во мне. Христос во мне. Я во Христе. Я новое творение. Христос во мне. Я во Христе. Я новое творение. И я теперь твой сын. Ты во мне, я в тебе. И я всегда любим. Ты во мне, я в тебе. Идет во мне твой дух. Ты во мне, я в тебе. И я теперь твой друг. Все старое прошло, о-о-о. Теперь все новое. Мы с тобой одно. Слава тебе, Иисус, что старое ушло. Христос живет. Старые обиды, старые боли. Христос. Старые ботинки. Одевай новую обувь. Христе, свободи скороходы, одевай. Потому что надо быстро двигаться в Боге. Христос во мне, я во Христе, я новое творение. Все старое прошло, прошло, прошло. Попрощайся со старым. Теперь все новое. Говори все. Даже не говори до свидания, чтобы не вернулось. С тобой одно, говори прощай, одно, старая. Христос, я простираюсь вперед. Все старое прошло, прошло, прошло. Теперь все новое. Мы с тобой одно, одно, одно. Христос живет. Слава Тебе, что здесь новое творение собралось, знающее Тебя, которое творит новые судьбы, новые надежды, новые мечты, новые возможности, новые источники открываются. Слава Тебе, драгоценный! Хвала Тебе! Хвала Тебе! Христос во мне. Утверждай, что Христос во мне, а я во Христе, и мы с Христом одно. Слава Тебе, Отец, за то, что Ты нас видишь во Христе, в котором Твое благоволение. Они пробиваются, они.
поднимаются, они открываются во мне. Это новые источники, это новые источники. Они пробиваются, они открываются. В народе твоем, в народе твоем, чтобы жаждущие шли и пили из твоих источников любви, из твоих источников милости. Ora vira frutas, ora kira prices, ora vara tarbis. Идите и пейте, идите и пейте, все жаждущие, все жаждущие, все ищущие, приходите к колодцу, приходите к источнику. Ora vira frutas, ora carta lara presis. Oh my holy, 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 Оливар, да blessed on us. Любящий Отец, я благодарю Тебя, что сейчас Ты показываешь эту картину. Иисус с самарянкой у колодца. Если Ты что-то скрываешь сейчас от людей, то Иисус Тебя ждет у этого источника, у этого колодца. Ты можешь Ему сам открыть или сама открыть вопросы Твои. А можешь подождать Его вопроса. А Он говорит, иди позови сюда мужа. Иди позови того, с которым у тебя есть проблемы. Иди позови. И то, что она ответила, оказалось ее болью. Поэтому, если есть та боль, которая есть в твоем сердце, назови ее. Иисус спокоен у колодца. Самарянка, она пряталась от людей и пришла с кувшином в самое жаркое время, когда никто ее не мог видеть. Она пришла, чтобы там никого не было, но оказался там незнакомец. Она облегченно вздохнула, что он незнакомец, а значит, не знает ее. Поэтому она берет воды и уйдет. Но вдруг он говорит, дай мне пить. Он сегодня и в тебе говорит, дай мне пить от того, что есть у тебя. А я тебе дам от того, что есть у меня. И ты увидишь разницу, насколько моя вода никогда не иссякнет. А твоя, она горькая. Ее надо заменить. На ту сладкую воду, которая есть у меня для тебя и для твоей души. Сказал тогда Иисус, всякий, приходящий сюда, будет черпать и жаждать опять. Но тому, кому я дам воду живую, тот не будет жаждать вовек, потому что этот источник не иссякнет. Иисус, я прошу Тебя, чтобы никто не иссыхал в пустыне, когда есть источник. И я приглашаю Тебя сейчас на территорию судеб людей, не только в этом зале, но и за пределами зала. Те, которые находятся сейчас за экраном или будут участниками и свидетелями того, что здесь происходит. Я благословляю, чтобы волны эфира наполнились жизнью, наполнились посланием твоих бурлящих рек, твоих потоков. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, что Твоя любовь не иссякает, что Твоя милость не заканчивается. Сила Твоих посланников, она умножается. Слава Тебе за это. Господь, Ты сейчас заходишь кому-то в дом, кто давно говорит об одиночестве, и не один. Я не знаю, насколько меня слышит Бог, так я говорю Тебе. Он не просто слышит, Он сейчас себя обнимает. Подошел к тебе, пытается заглянуть тебе в глаза, ты плачешь и голову убираешь. А он говорит, а я хочу увидеть глаза твои, потому что из моих глаз твои глаза потекут реки живые от света, от моей любви,
о Твоей вечности. И тогда Ты примешь внутри себя мою энергию жизни. Прими же прямо сейчас. Прими это слово для Тебя. Это слово для Марии, это слово для Веры. Это слово для тех мужчин, которым говорили, вы не можете плакать. Это слово для вас. Если приходит сила жизни, то она знает, как укрепить сломанную веру, надломленную волю, восстановить то, что было украдено за многие годы. Господь знает, как Он это делает. Поэтому доверь Ему свою судьбу. И не сдерживай слез, которые могут течь сейчас из твоих глаз. Пусть очищаются твои внутренние ресурсы и освобождаются от боли, освобождаются от печали, освобождаются от гнета, который ты столько лет прятал внутри себя и говорил, никто не должен знать об этом. Но вот тот незнакомец у колодца, это Иисус, с которым надо познакомиться. Надо с Ним познакомиться. Он удаляет боль. Он делает лучшими евангелистами. Потому что эта женщина пошла по всей Самарии и сказала, пойдите, посмотрите на того, который сказал мне всю мою жизнь. Возлюбленные, мы тебя приглашаем на территорию наших судеб, наших городов, наших семей, наших родов. Мы тебя приглашаем. О, лови так будто садами в плейс. Ты там сказал ученикам, что пища моя есть творить волю пославшего меня. И мы принимаем такую пищу от Тебя, Господь, чтобы нам творить волю пославшего нас на эту землю, чтобы исполнить все сказанное о нас с Тобой до нашего бытия, до нашего рождения. Ты о нас мечтал, Ты о нас думал, Ты планировал нашу судьбу. Я за это благодарю Тебя. Я передаю Тебе это служение. Слава Тебе за то, что Ты, когда, Господь, мечтал о нас, Ты улыбался, потому что Тебе было приятно смотреть на Твои удивительные планы о наших судьбах. Да, Ты знал, что мы проходить будем трудности, но это те трудности, которые обрезали ненужное. Это те трудности, которые формировали нужную форму и нужную статусность. И мы благодарим Тебя за них. Мы благословляем Тебя за любую трудность нашей жизни. За любое давление мы Тебя благодарим, потому что Ты совершенный скульптор наших судеб. Потому что Ты знаешь, что Ты делал и делаешь. И мы совершенно Тебе доверяем себя и свою будущность. С благодарностью пред Тобой. Возлюбленные, слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе, тому, который грядет на эту землю, чтобы забрать свою возлюбленную невесту. Иисус, благодарю, что Ты сегодня прикасаешься к нам своей любовью, своей нежностью, новыми одеждами, новой статусностью. Я не знаю, что может быть больше, чем быть детем царя царей. Но Ты переводишь нас еще в какие-то статусы влияния в этом мире и во вселенной. В зрелость сыновей и дочерей. Слава Тебе! Слава Тебе! А мы принимаем Твои атрибуты власти и мудрость ими распорядиться. Правильно, вовремя и до конца. Я благословляю Твой народ одеться в это всеоружие и идти по жизни с пониманием, кто Ты в Боге, кто Бог в Тебе. Какие планы и намерения о Тебе Он имел в виду, и что Он уже осуществил, а что еще хочет сделать. Господь, мы Тебя благодарим и Тебе поклоняемся во имя Иисуса Христа. Аминь. И воздаем Тебе славу. Среди нас Ты, ангелы Твои среди нас, Дух Твой среди нас, помазание Твое на нас, разрушающее чужое ярмо не только в нашей судьбе. Слава Богу, присаживаемся, друзья. Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте вашему духу наполниться Божьим шаломом.